Привет всем! Хочу показать свою любимую площадь Софиевскую. Больше всего люблю ее в Киеве. Мне больше всего нравится из площадей. Это Софиевский собор, которому очень много лет. Витя, это он еще 10 или 11 столетия? 11 столетия, так что ему 1000 лет. Он защищается ЮНЕСКО, внесен памятники ЮНЕСКО. Вот такие красивые реставрированные старые дома. Очень мне нравится. Я люблю старую часть Киева. Вот. Это у нас пожарное депо. А вот там каланча, которая пожарная, да. Когда еще не было высоток, это как памятник. Высоток не было, и вот как оповещали о пожаре. Вот на каланче на той звон был и звонили. Не звонили, а видели. Оттуда видели, где пожар. Да, ну, выезжали, как звон же, депо. Звон был. А вот это гостиница Хаят. Самая крутая. Да, Хаят. Это же она, кто там, арабы или кто владеет ею? Это СБУ, вот это надо. Да, это СБУ. Памятник Богдану Хмельницкому. А что там за акция у них? Что-то кричат там, разыгрывать что ли. Ну и Софиевский собор, красавец. Вот. А что это за акция? А вот там дальше, там, наверное, вот там же КГБ где-то был. Вот там, где прапор. Наш жовто-блакитный. Да, да, СБУ, а да. Это МВД. А, да, это то МВД, да. А вот СБУ вот там прямо. И что здесь такое у них? Что-то так их мало. Что это за акция? Вчера у нас здесь был парад вышиванок. А это другое, это не знаю, что это. Еще хочу показать. Вот там у нас отстроенный номер. Михайловский собор. В каком году построили? 1800? Да, 1888 год. Открыли. 88. 1880. Да, это к вышиванкам. Вот наш Михайловский собор, который был уничтожен. 30 каком-то там 7-м или каком году. А теперь его уже отстроили сейчас. Ты можешь приблизить или нет? Да что-то не могу приблизить. Что-то она не реагирует на мою бату. А? Нет. А что, не можешь приблизить?